Привет, меня зовут Александр, я преподаватель гитары. В виртуозах преподаю уже более 7 лет. В свободное время мне нравится писать стихи, сочинять музыку, играть в группе. В детстве у меня была гитара у родителей, и я ее брал, что-то пытался играть. Потом по телевизору я увидел, как играют сложную музыку, и я решил пойти в музыкальную школу, чтобы понять, что там происходит. Нравится то, что занимаешься любимым делом, растешь в этом и как бы прогрессируешь вместе с учениками. Когда ученики мало занимаются или опаздывают. Однажды мой товарищ попросил меня заменить его, и когда я втянулся, и вот понеслось. Моя любимая композиция — «Осенние листья».